Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 301 упражнение. Прочитаем задание. Прочитай, что общего у глаголов каждой группы и чем они отличаются. Это глаголы-антонимы, отличаются значением. Устно составь предложение с глаголами одной из групп. Таня научилась вышивать, нельзя разучиться писать. Запиши глаголы в указанных формах и разбери все глаголы по составу. Давайте выполним это задание. Итак, бледнеть. Разбираем по составу суффиксы, также выделяем корень и выделяем основу. Бледнела, окончание, суффикс, основа, суффиксы, корень. Прошедшее время, единственное число, женский род. Краснеть, суффикс, основа, суффиксы, корень. Краснеешь. Окончание, основа, суффиксы, корень. Настоящее время, второе лицо, единственное число. Вооружать, суффикс, основа, суффикс, приставка, корень. Вооружает, окончание, основа, суффикс, приставка, корень. Настоящее время, третье лицо, единственное число. Разоружать. Суффикс, основа, суффикс, приставка, корень. Разоружаешь, окончание, основа, суффикс, приставка, корень. Настоящее время, второе лицо, единственное число. Заболеть, суффикс, основа, суффикс, приставка, корень. Заболели, окончание, суффикс, основа, суффикс, приставка, корень. Прошедшее время, множественное число. Поправиться. Суффикс, основа, суффикс, суффикс, приставка, корень. Поправишься. Окончание, основа, суффикс, приставка, корень. Настоящее время, второе лицо, единственное число. Научиться, суффикс, научися, основа, суффикс, суффикс, приставка, корень. Научишься, окончание, основа, суффикс, приставка, корень. Будущее время, второе лицо, единственное число. Разучиться, суффикс, основа, приставка, корень, суффикс, суффикс. Разучилась, окончание, суффикс, основа, суффикс, суффикс, приставка, корень. Прошедшее время, единственное число, женский род. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.